ko, esam atbraukuši uz jau trešo treniņu. Noskaņojam savu vienmēr līdzi, neķos ņemt ļoti labu, jo, nu, zin kā, tad, kad brauc treniņiem, diezgan forši ar saviem draugiem, komandas biedriem uzbrauc kopā, paskrāpēt durtiņas, bet, lai gan šoreiz nesenāks baigi skrāpēt durtiņas, jo viss ir smūks apucējis mašīnas izņemot es, bet, nu, tas tā, nu, šito nevajag skarīties. Plāni šai sezonā vēl nav īsti, īstā sporta mašīna vēl nav atbrauks apka no manas. Trenējamies cik varam un ar ko varam, un tad jau cerēsim uz ļoti labu sezonu, ja viss sanāks. По-прежнему в этом году мы едем в стрит, но на обновленной машине. Как внешне вы видите, у нас новый дизайн. У нас пока нет названия машины, но обязательно его придумаем. И на новой бицухе, скажем так. У нас тот же двигатель 4.4, но теперь тут стоит компрессор. Давление у нас 0.5, 410 лошадиных сил и 567 ньютон-метров, по-моему. Причем при 2000 оборотах у нас уже 500 ньютонов. По мне, это идеальный вариант для того, чтобы ехать именно в стрит-классе. У нас маленькие затупные трассы, и это позволяет растянуть вот этот момент, не считая, что именно на такой конфигурации удобно ехать в стрит-класс при большой мощности, потому что мотор на компрессоре, он эластичный. У нас есть крутящий момент снизу и доверху. Посмотрим, как поедет машина в этом сезоне, помешает мне это или поможет. На сезон, конечно же, настрой выиграть этот сезон. И ждем открытия сезона, и уже хочется наконец-то боевых соревнований. Тренировки тренировками, хочется уже соревновательного духа. Ждем открытия сезона. Tikai jābrauc, brauc!